основы, йо-йо с отдачей, без отдачи и бенды. Сейчас мы поговорим о таких основах йо-йо, как отдача. Я буду использовать эти две модели, чтобы показать вам. Это йо-йо с отдачей, или, как говорят, с респонсом. Это без отдачи. Начну с йо-йо с отдачей, потому что это то, как люди думают о йо-йо-инге, особенно новички. Это принцип. Вот я бросил, оно вращается. Я дергаю, оно наматывается на веревку и возвращается в руку. Но это приводит к тому, что иногда оно может наматываться, когда я этого не хочу. Это сейчас я поймал, потому что я знал, что оно намотается. А вообще это может привести к тому, что по руке может ударить или еще чем-то. Вот. Зато когда оно останавливается, то можно ее вот таким образом попробовать намотать обратно на веревку. Пампинг это называется. Ее без отдачи, без респонса. Я бросаю, и оно не наматывается, как бы я ни дергал, как бы я ни бросал. Чтобы ее намотать, нужно сделать бинт, вот так. Бинт. Преимущество такого модели ее, что ты можешь более сложные трюки с ним делать. Но, тем не менее, ты можешь быть уверен, что ее не намотается на веревку, пока ты этого сам не захочешь. Вот, сколько угодно можно крутить, и оно возвращается и наматывается только, когда я этого захочу. Чтобы сделать бинт, нужно положить ее на веревку, взять эту петлю и бросить ее в расстояние между половинками. И тогда все намотается и вернется в руку. Трение, да, трение. Как правило, меньше трения в ее без отдачи, и они дольше вращаются. А вот ее с отдачей. Насколько я понимаю, это все из-за подшипника. Если я возьму отсюда подшипник, поставлю сюда, здесь будет отдача. В общем, это все во многом зависит от подшипника. Ну, еще разные степени есть отдачи. Может быть, слишком большая отдача, но слишком небольшая. Вот, например, здесь не такая большая отдача, я могу пару трюков успеть сделать, и на веревку она не намотается. Слишком большая степень отдачи, наверное, это не очень хорошо. Но если ты не любишь бинды, и если ты новичок, то, возможно, тебе это и подойдет. Многие трюки можно все равно будет сделать. Ну и все, в общем, на этом.